Здравствуйте и позвольте культурно разжечь. Сегодня мы беседуем с прекрасным драматургом, замечательным писателем, поистине человеком-легендой. Да-да, тем самым, который написал знаменитые «Покровские ворота», с Леонидом Генриховичем Зориным. Леонид Генрихович, здравствуйте. Добрый день. Вы прожили очень насыщенную, яркую и удачливую в творческом отношении жизнь. Скажите, пожалуйста, когда в искусстве было проще? Тогда или сейчас? Проще состояться и проще существовать? Нет, ну, здесь не может быть двух мнений. Во время советской власти было очень тяжело, потому что свирепствовала цензура, которой сейчас, в общем, нет. Я должен сказать, что в последнее время я издал довольно много всего. Я издал 10 томов прозы и поставил 50 пьес. Так что количественно я не оцениваю этого качества, конечно, это не мое дело. Но количественно цифра большая. Я уже не говорю о том, что я работаю в этой области очень с раннего возраста, не больше, не меньше, как с 4 лет. Естественно, то, что я писал тогда, мало и интересно, и, значит, представляет собой абракадабру, но для тех мозгов это все равно было какое-то напряжение. Естественно, все соответственно. Так что в этом состоянии напряжения я пребываю более 80 лет. Так что, конечно, это утомительный, тяжелый труд, физический труд, от которого болят твои руки, твоя шея, твой затылок, твоя спина. Это тяжелое дело. А о голове я уже, естественно, не говорю. Ну, если ты хочешь работать, так с этим приходится считаться. Тут уже ничего не поделаешь. То есть все-таки это тяжело. Имейте в виду, господа литераторы, что зарифмовал «Кровь, любовь» и «Ты уже Пушкин»? Нет, так не получается. Да, это, пожалуй, легкий путь. Нет, приходится работать очень много. Приходится работать много. И так как моя первая книжечка вышла, когда мне было 10 лет... Это в 34-м году? Это было совершенно верно, в 34-м году. Именно, так сказать, с ней я и был отправлен к Алексею Максимовичу. Вот, и который, так сказать, благословил меня. Горький Алексей Максимович. Да, совершенно верно. Своими статьями в дальнейшем он написал обо мне такую. Вот, значит, эти вещи есть в его статьях. Я это говорю к тому, что это был тяжелый груз. Это, конечно, было очень приятно. Я испытал, естественно, много прекрасных чувств, но прежде всего это очень обязывало. Я был у великого, последнего великого русского писателя. И получил такое благословение, такое напутствие. В таком, можно сказать, розовом детском возрасте. И поэтому это, конечно, накладывало какую-то ответственность даже тогда. А сейчас начинающему писателю кому надо обратиться, кому показаться, чтобы выйти в люди, выйти в хорошем смысле в тираж? Ну, видите ли, у каждого свои есть, очевидно, любимые авторы. Это понятно, тут это дело глубоко интимное. Так сказать, тут советы не могут иметь места. Но у нас вообще есть очень хорошие писатели сейчас. Есть молодые, очень хорошие. То есть, относительно молодые. Увы, конечно. А вы могли бы назвать их по именам? Конечно. Конечно. Я возлагаю огромные надежды. Просто очень большие надежды на Дмитрия Быкова. Да, к сожалению, он так феноменально фантастически одарен, что он работает во всех областях и очень много времени дает публицистике, журналистике. Он и поэт великолепный, и замечательный прозаик, и все. И просто, очевидно, ему не хватает времени вот в этих многочисленных обязанностях. Ведь почти каждая газета выходит с тем или иным его материалом. А это, конечно, дело немножко такое, которое требует такой кельи
некоторого пострига, я бы сказал. Нужно сидеть и как-то углубиться в какой-то главный свой труд. Я знаю, что он пишет сейчас большой роман, и он этот роман очень долго не может завершить, не только потому, что он очень требовательный к себе человек, но и потому, что масса обязанностей параллельных. Но он еще и общественной деятельностью занимается. Да, конечно, масса выступлений, масса поездок и так далее и тому подобное. Конечно, а еще помимо мне было Быкова... бы трудно, конечно, в таком режиме, в таком ритме работать. А помимо Дмитрия Быкова еще какие-нибудь авторы? Помимо того, я сказал бы, что очень талантливый человек, который очень много обещает, это Андрей Дмитриев. Да, он, кстати, получил позавчера Букера, за что, так сказать, что меня крайне порадовало. Это очень хорошо. Да, очень талантливый человек, прекрасный стилист. И вообще, так сказать, но тоже вынужден, естественно, в силу жизненных условий, очень мотается. Сейчас он переехал в Киев, неожиданно такой серьезный шаг в жизни. Да и много работает в кинематографе. А вот такие авторы, как Пелевин, Акунин и так далее? Ну, очень талантливые, интересные люди, я их просто близко не знаю. Но, безусловно, как-то с Акуниным один раз мы познакомились, столкнулись. Он произвел на меня очень хорошее, глубокое впечатление. Видно, что очень мыслящий, серьезный, думающий человек и, конечно, очень плодовитый, много работающий, талантливый человек. Вот. А с Пелевиным я не знаком. Леонид Генрихович, сегодня время бесцензурное, вот бесцензурье, как вы правильно заметили. А почему же на фоне, когда уже все можно, казалось бы, почему такое падение нравов? У нас что, народ распустился или что-то? Что не так? Ну, насчет нравов я не могу ничего сказать. Эта область, так сказать, очень тонкая и деликатная. Я не моралист. Поэтому я, так сказать, здесь я не могу судить, но я должен сказать, что, конечно, мне работать стало значительно легче, потому что нет ничего страшнее и ничего ужаснее в литературе, чем цензура. Работать в годы советской власти было безумно мучительно, хотя мне грех жаловаться, у меня много вышло, я много работал, но это было очень трудно. Вырезались страницы пачками. Жизнь с своим режиссером я укоротил. Свел их в преждевременные могилы. Рубена Симонова, и Юрия Завадского, и Андрея Михайловича Лобанова, моего второго отца, можно сказать, духовного учителя и так дальше. Они все на мне пострадали очень сильно. Им было трудно с моими пьесами. Ну, я был моложе, и, может быть, так сказать, уже, так как я такой свирепый графоман, то я все время работал, все равно, невзирая ни на что. Но цензура свирепствовала ужасно. Вырезала пачками страницы, фразы, реплики и так далее, это все. Поэтому, конечно, с той поры, когда ее не стало, для меня жизнь стала блаженством. По сравнению со всеми, все мои трудности проистекают от моей недостаточности. Это уж, так сказать, другое. Мне чего-то не хватает. Но мне никто ничего не запретил и не вырезал ни одного слова, ни одной строчки. Как же я могу это сравнивать с тем временем, когда у меня, понимаете, закрывали просто и книги, и спектакли, и что угодно. Нет, это, понимаете ли, сравнить даже нельзя. Поэтому сейчас писатели работают в хороших условиях. Только надо много работать. Надо трудиться очень много. Это такое дело. Вы понимаете, здесь, я не знаю, у каждого свои, так сказать, пригорки и ручейки, своя манера работать. Это естественно. Бывают очень длинные годы безделья и молчания. Наверное, тоже необходимо, но я принадлежу к другой породе. Я вол, я рабочая лошадь, и я каждый день за столом. Рано утром я сажусь, и своей рукой я пишу. Я должен написать свою страницу. Вы пишете от руки? Только от руки.
пишу, черкаю, переписываю, переписываю бесконечно. Это очень тяжелый, изнурительный труд, очень тяжелый физический труд. Переписка, конечно, изнуряет безумно, а мне приходится переписывать в силу естественной требовательности, которая в моем возрасте уже неизбежна, по многу раз. Леонид Генрихович, а вы следите за политической ситуацией в стране? У нас все-таки политическое телевидение. Следите за тем, что происходит? Ну, видите ли, относительно. Конечно, относительно. Я очень действительно загружен своей работой. Нет, ну, я читаю прессу, но на улицу выхожу очень редко. Только чтобы глотнуть свежего воздуха, пройтись погулять. Вот. А вы хотели принять участие в писательской прогулке, помнится. Вы приняли в ней участие? Нет. Позвонил мне Быков и сказал, что я боюсь, что затолкают, тут очень много народу и так дальше. В общем, проявил. Я был готов. А почему вы вдруг захотели выйти? Нет, он ко мне сам же и позвонил. И попросил меня принять в этом участие. Я говорю, пожалуйста, говорю, ради бога, если... Вы просите, если вам нужно, пожалуйста, ради бога. Но потом утром он позвонил и сказал, мы подумали, что очень много народу, и там толпа, может быть, вдруг затолкается. Он проявил такую заботу о человеке, о старом человеке и так дальше. Но это было очень трогательно. Ну, уж и тогда, значит, я уже выходил из дома с супругой, мы вдвоем вышли, она не пускает меня сейчас одного. Ну, вот вернулись назад. И теперь, может быть, неожиданный для вас будет вопрос. Уже очень много лет люди говорят, что Россия живет практически без национальной идеи. Раньше вот строили коммунизм, так и не построили этот рай на земле. Теперь построили какое-то уродливое подобие дикого капитализма. И опять снова здорово. Все говорят, что нужна национальная идея. Вы, как человек, умудренный опытом, человек, работающий со словом, как там раньше говорили, пошловато, но инженер человеческих душ, говорили, да? Вот вы, как инженер, какую идею бы предложили России? У меня есть трилогия такая вышла. Она так и называется «Национальная идея». Там в нее входят три романа. Ну, значит, это «Странник», «Злоба дня» и «Обида». Вот эти три вещи. Значит, вся трилогия называется «Национальная идея». Ну, понимаете ли, национальная идея, да ведь не может быть кем-то насаждаться или кем-то привнесена. Она возникает в недрах страны. В недрах общества. Она является выражениями какого-то национального стремления, устремленности, национального порыва, если угодно, или ощущения своей национальной миссии, если такая есть. Сказать, вот с завтрашнего дня у вас будет национальная идея, я не думаю, что это возможно. Это дело такое. Считается, что Россия вообще мессианская страна. А, так, это заложено в традиции нашей литературы, что вот она должна сказать свое слово миру, его, так сказать, что когда-то наш народ называли народ-богоносец, как вы помните, да потом он был народ-провозвестник нового будущего, буревестник и так далее. Ну, в общем, каждый раз, значит, у него была какая-то своя миссия. А сейчас? Да, и он, наверное, конечно, вот революционные процессы, которые были в России, наверное, как-то влияли на общую мировую картину. Все же взаимосвязано, и все взаимовлияет. Цивилизации не существуют в безвоздушном пространстве, они как-то взаимодействуют друг с другом. У нас все-таки своя мощная и своеобразная цивилизация. Ну, как она будет развиваться, понимаете, я не пророк. Это неизвестно, как пойдет. Но, понимаете, мы же были не избалованы свободой. Лично я, как писатель, прожил тяжелую жизнь. Я вам с этого начал это и говорю. Сейчас я живу хорошо. Мне много не нужно.
Я пишу, у меня выходят книги, которых не вычеркивают ничего. А ради чего жить другим людям? Ну, каждый человек это решает сам за себя. Я бы не взял на себя смелость говорить. Это зависит от психосферы, от его интересов, от его устремленности, от психологического состава его души. Мало ли от чего. От его морали или аморальности. Это не важно, так сказать. Но человек есть создание сложное, очень сложное. Да он влияет, на него влияют, он находится в бесконечном скрещивании интересов своих и общественных, общество на него воздействует, он стремится в нем уцелеть, выжить, продвинуться. Карьерные люди имеют свои цели, люди с нравственной задачей имеют очевидно какие-то другие. Каждый живет в силу своих задач и своих стремлений. Они не похожи друг на друга все, и это великое счастье. Потому что если бы у нас было такое серийное, поточное производство человеческих экземпляров, о чем, конечно, мечтали в минувшую эпоху, чтобы, так сказать, вот партия сказала «надо», комсомол ответил «есть» и тому подобное. Вот это, конечно, людей очень нивелировало, все были как бы в строю, понимаете, и не выходи из строя. Шаг вперед, шаг влево, шаг вправо рассматривается как побег, да. Стреляю без предупреждения. Леонид Генрихович, последний вопрос, касающийся лично вас. Вы прожили, как уже было сказано, долгую жизнь. Увы. Почему же? Увы, к счастью. В чем смысл жизни лично для вас? Для меня? В моей работе. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Наши зрители написали перед нашей встречей вам кучу разных замечательных пожеланий. Самое главное – здоровья, долголетия и творчество, творчество, творчество. Спасибо большое. Очень друг. Смотрите «Политвестник».